Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю это видео не одна, а с девчулями. И возможно, вы спросите, а что это за блогеры? Мы их не знаем. Потому что это пока еще не блогеры. Это мои девчонки, это мои подписчицы, которые теперь постоянные члены моей съемочной команды. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Джейми. Меня зовут Таня. Вот, и сегодня мы будем снимать в это видео втроем. И мы будем делать, знаете, что мы сегодня с вами будем делать? Потрясающе. Нормально, четко, ясно. Класс. Кубики Лего. Сегодня мы с вами будем строить косметику при помощи кубиков Лего. Это будет сложно. Очень сложно. Сейчас нам будут давать разную косметику. И в соответствии с тем, какую косметику нам дадут, например, сейчас нам поставят пудру, мы должны будем эту пудру сделать при помощи Лего за ограниченное время. Тот, кто лучше всего сделает повторение, тот забирает эту косметику себе. А выбирать будут подписчики, но не вы. Подписчики из Инстаграма. В общем, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы это ничего не пропустить, и вы могли принимать участие в голосованиях в следующий раз. А мы начинаем. И подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Тык. Что ж, сейчас мы начинаем первый раунд. Я не знаю, что будет, но я хочу палетку теней. Что бы вы хотели? Я хочу помаду. Я еще не видела, что там, но я хочу... Хоть что-нибудь. Ладно, заносите нам уже косметику. Что у нас будет первым? Там что-то маленькое. Кушать подано. О, это румяна. Смотрите, это румяна. Ну, мне кажется, их достаточно просто будет повторить, потому что тут все достаточно квадратное, по сути, только два цвета. Самое главное, чтобы это понравилось подписчикам. Вы должны сделать все, чтобы это понравилось подписчикам. Так что думайте, как подписчики. Огонь! Блин, на самом деле вообще я не представляю, как это строить, потому что нам просто не хватает деталей. Тут есть несколько вот таких, но из них большую пудру не слепишь. Пять секунд. Нет! Так, сейчас я делаю фотографию и выкладываю в свой Инстаграм. И сейчас подписчики будут определять, что же из этого больше всего похоже на исходник. И, соответственно, кого будет работать наиболее похоже, тот это и заберет. Как вы думаете, кто это будет? Да, я тоже думала, что проголосуют за тебя. Так, ну что ж, мы знаем уже результаты от подписчиков. Сейчас отдам тебе, а ты скажешь нам, кто победил, и принесешь подарок. В этом раунде победила Джима. Ты забираешь румяна. Прочитано. Почему всегда, когда люди ко мне приходят на канал, меня вечно все отбирают? Объясните, просто почему меня вечно все отбирают? Вот девчонка пришла такая, не растерялась, забрала румяна. Я просто практикуюсь в Лего. Угу. Мне кажется, она не врет на самом деле, это не шутка. Что ж, ладно, в этом туре победили вот эти вот румяшечки. Посмотрим, что нас ждет дальше и кто будет победителем. Потому что, знаете, сегодня я нацелена на победу, потому что хватит мне уже вечно на моем канале делать сосай. Посмотри на это просто. Вообще, да. Мне страшно трогать этого трансформера. Ладно, заносите. Заносите номер два лот. Ой, как это повторить? Если с этим так мучилась, что будет здесь? Я не знаю просто. А ты будешь пытаться сделать так, чтобы этот лак по-настоящему можно было открутить, чтобы ставить кисточку? Вообще, если я прям запарюсь, и у меня будет куча лего, я буду думать, как это сделать, чтобы она откручивалась, чтобы там была тоже типа кисточка. Она реально тренируется. Но... Я все детство в лего играла. Все, мы начинаем. Время у нас уже пошло. Короче говоря, проблема осложняется тем, что времени это то же самое количество остается, но деталей становится меньше. Приходится обратно разбирать свои творения и на это тратить время. Ну так, стой. Так. Блин, короче, полная какая-то фигня. Лютая, дичайшая фигня. Вот что я вам скажу. Фак! Да, что ты кричишь так сильно, прям громко, я же прям паника. Ну извините, не паникуй, пожалуйста. У меня тактика появилась. Ой, блин, какая тактика? Ты что несешь? Да, вот теперь это выглядит уже совершенно по-другому. С тактикой жить лучше. Жаль ногти. Нет. Не ломайся. Бэм! Я все сделала, я самостройщик. Это многоэтажка. Приезжайте жить в мои жилые комплексы, пацаны и не пацаны. Смотрите, элегантный фасад, вент-фасад, все как мы любим. Цветной, яркий, насыщенный, а здесь кривая работа, зато можно просунуть пальчик.
Я просто понаблюдаю и, ну, может, пойму, что я делаю не так. Что у тебя происходит? Что ты сделала? Хватит меня еще ругать, пожалуйста. Я не ругаюсь, задаю вопросы. Нет. А че нет? Ты вон все собрала. Я за тебя переживаю, глупый человек. Что ты хотела вот этим вот показать? Это типа у тебя кисточка? Это кисточка, да. Ну, если честно, это очень круто. И это реально прикольно выглядит. Но... Спасибо, девочки. А решать это все равно не нам. Решать это вам. Погнали. Делаем фотки. И снова. Ну нет, ну что такое? Ты пришла со своим скрипяком вонючим и все забираешь теперь. Ну то есть вы правда думаете, что вот это лучше, чем вот это? Вы правда так думаете? Напишите об этом в комментариях. Ну типа, ты как думаешь, кто лучше? Вот я тоже думаю, что это лучше. В этом раунде ты победила. Это интереснее. Но победила все равно, однако ты. Как так произошло? Ты не виновата. Ты не виновата? Нет. Скрипяк. Нет, это просто не круто. Опять я остаюсь одна со своим скрипяком. В этом раунде я должна победить. Принесите мне тени, и я победю. О, я сказала тени, но я не знала, что там будут тени. Я просто прикол сказала, дайте мне тени, я побежу. Ууу, тени, блин. Еще и вообще топовые тени, кстати говоря, с классными цветами, со всеми делами. Эти тени точно я должна оставить себе. Потому что у меня уже есть такая палетка, но я жадная, поэтому мне нужно больше. Скрипяк. Офигеть, ты уже тут все сделала, сидит такая, сделала все, а я такая переживаю. Это тоже все сделала, уже у него корпус готов. Осталось полминутки. В смысле, какие полминутки? У меня разломалось только что в руках, у меня моя фигура... Фа, я еще упала. Что это такое? Это какой-то киборг. Это вообще не похоже на палетку. Это даже я понимаю, что это не похоже на палетку. Все, время пришло. Не, ну мне надо просто совместить, просто надо. Готово. Ну просто совместить надо одну деталь. Нельзя, это нечестно. Вот все, я совмещаю и все ставлю. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, и чтобы вы тоже могли принимать участие в опросе. Потому что именно от вас, только от вас, зависит, кто же побеждает и кто забирает себе косметику. А таких видео будет еще много. Мы ждем просто результатов от подписчиков. Хватит улыбаться. В ожидании. Ох, святой скрипяк. Он самый. Ты можешь объяснить, что это такое? Это робот-жучок. Он делает так. Ну, выносите очевидный приз. По-моему, супер очевидный приз. Номеру 3. Ты права, выиграла Полина. Это так неожиданно и так приятно. Очень приятно. Да ладно! Ну, как вы меня в прошлых раундах поддерживали, я тоже. Ну, смотрите, ну тут как бы сразу видна оригинальность. Сразу идея автора. Забирай. У тебя такая же есть. Ну ладно, 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 ладно. Воу, спокойно, полегче. Это не был наезд. Смотрите, она забрала такая в джинсы, застегнулась, чтобы никто точно не забрал. Раунд номер 4. И вот вы знаете, это уже просто не смешно. Это просто не смешно. Давай неси сюда свою кастрюлю, месье сомелье. Что там будет, как вы думаете? Я думаю, сейчас должна быть помада. Помада. Отлично. О, твои любимые прозрачные эти штуки, которые ты где-то там находишь из своих карманов. Просто посмотрите на эту помаду. И я знаю, как я делаю, поэтому давайте начнем скорее. Я сейчас все сделаю и заберу ее себе. В смысле? Ты знаешь, вот так вот. Да, я знаю, как это делать, я знаю, как это делать. No. Я же говорю. Нет, надо убрать это все. У-у-у, сука, время мое. Я нашла мотор. Это мотор от скрипяка. Это какое-то переключение передач. Оно двигается, это мотор. Я готова. Эту помаду даже можно накрасить, смотрите. Ничего себе.
Все, время! Это нечестно! Время! Что ты туда поставила? Что за корона у тебя на твоей помаде? Я не знаю. Корону налепила. Это просто, да, так пунь. Осталось дождаться результатов. Кто же победит сейчас в битве за эту помаду? На самом деле, мы тут пока сидели, пришли к выводу, что эта помада — это просто цвет идеальный между вот этим и вот этим. То есть, если их смешать, то получится вот как раз цвет помады. Идеальный нюд. Кстати, а знаете, вот мне что интересно, как вот вам лично кажется, какой цвет, например, вот этого кубика или вот этого кубика все-таки больше похож на цвет помады? Напишите об этом. Как вы думаете, что больше похоже, розовый или вот оранжевый? На фото в Инстаграме вот это как-то ближе там, да, стояло. Да, а здесь я смотрю, вот с моей стороны розовенький больше подходит. А знаешь, да, почему? А потом... Потому что тебе от розового свет падает. Да, я вообще, я прям ломаюсь, я не могу, не понимаю. Я мучилась вообще между темным, потом такая, нет, ну темный вообще не туда. Уф, ждем результаты. У нас абсолютно большинство проголосовало за номер 3. О, боже. Ну нет, ну серьезно, вы правда думаете, что эта помадка больше похожа, чем ну, это? Там на камере по цвету даже больше вот это похоже, поэтому... Я буду приезжать к тебе и делиться. А, спасибо. Ну, палетка топ. Да. Хорошо собрала. Мой хитрый план. Прежде чем мы продолжим и приступим к следующему туру, ну, обязательно нужно знать, что сделать. Видите эту кнопку? Она красная. А красная кнопка – это плохо, она должна стать серой. Поэтому сделайте так, чтобы эта красная кнопочка стала серой. Не здесь, здесь это невозможно, только красная кнопка. Что ж, самый последний раунд начинается сейчас. Я уже чувствую, что шансов у меня нет, потому что вы даже не проголосовали за эту помадку. Я же думала, что помаду точно я заберу, но нет. Ну, последний раунд. Не знаю, что там будет, но уже никаких надежд я не имею. А у меня есть. Пыш. У меня есть надежда на вас. Она строит из себя хорошую. Где наш суп? Там что-то торчит там. О, ну все, тут вообще просто я не представляю, что с этим делать. Карандаш для глаз, красный. Ну что, у тебя есть идея, лего-конструктор? Идеи есть, детали нет. Нет времени, чтобы размышлять. Важно делать, важно работать. О, я нашла, я это заберу. Я все. Ты готова? Ну, он, конечно, не круглый, если его не переворачивать вот так. Все, мой штырь готов. Вот он, мой суперштырь. Я-то думала, что у тебя реально будет сейчас прям карандаш. Ну, кстати, вы справились прям офигенно. Да. Ну, что сказать, ждем окончательного результата, и кто же станет счастливым обладателем или не очень этой красной штуки для глаз. Неси нам, пожалуйста, эту тарелку с супом. Тррррр, скрипят! У меня будет. Я скажу, кто победил, ты пока выдержи. Держишь? Да. И победила ты. Да ладно, серьезно? Мой штырь победил. О нет, мой штырь победил. Правда мой штырь победил? Да. Ого, ну спасибо большое. У меня хотя бы теперь есть штырь из красных стрелок. Давайте протестируем. О, нифига, оно нормально такое, пигментированное. Так, знаете, я хочу что посмотреть. Давайте посмотрим вообще, кто и что сегодня у нас выиграл. У меня один приз, но это палетка. Тут много цветов, поэтому я считаю, что это круто. Я только что сказала, что я выиграла, поэтому вряд ли вы забыли. Вы можете перемотать видео немножко назад и посмотреть, что выиграла я. Да, у тебя теперь есть куча косметоса. Да. Осталось найти, куда его складывать теперь. А ты можешь построить себе косметичку из лего. Точно. Слушайте, кажется, у нас есть новая идея для видео. Обязательно ставьте лайк на это видео. Обязательно смотрите социальные сети девчонок. Я оставлю на них ссылочки в описании. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.